Здорово всем народ, добро пожаловать, это у нас будет сравнение относительно версий Black Desert на мобильные и на ПК. Чем они отличаются, чем одна лучше другой. Ну, я начну со своего любимого, это, блин, с грёбаной рыбалки. Рыбалка здесь довольно-таки простая, насколько я понял, правда, не во всех местах эта рыбалка действует. В общем, у нас есть тут такой, смотри, красивенький шлейфик. Мы подходим, и тут как-то надо начать рыбалку. Ой, не получается. Рыбалка, начинайся. О! Все, отлично. Все, пошла рыбалочка. Ну и ждем-с. Рыба ловится довольно-таки быстро. Так, можно даже своих ребят посылать, рабочих, на рыбалку. Им что, пиво не требуется для восстановления сил? Они не алкоголики? Угу. Обломались. Нет, не обломался. Успел нажать. Ну, круто. Давай еще раз порыбачим. Вот что такое рыбалка. Я про рыбалку на версии ПК этой игры буду вспоминать в каждой игре, где есть рыбалка, потому что я более ужасной рыбалки к версии на ПК я ни в одной еще игре не встречал. Я уже их немало поиграл, простите меня. Это просто какой-то ужас. Опа. О, все, поймали рыбку. Рыбку также можно продавать и страдать всякой фигней. Каждое строение, да, можно улучшить. Да, конечно, сверху улучшать будет поудобнее. Давай покажу. На это вы как раз и собираете ресурсы, которые видишь, как они расположены аккуратненько. То есть они нигде не хранятся, они отдельно виртуально хранятся. Вы можете посмотреть, щелкнуть на ресурс, отправить ребят в мировой сбор, чтобы они это собирали. Но чтобы улучшать лагерь, вам нужно проходить сюжетные миссии. Вот, в принципе, и все. Ой, извините. Западает у меня привычка нажимать Escape. Добро пожаловать в самую ужасную рыбную ловлю, которую я где-либо встречал. Я во много уже игр онлайн поиграл. Это единственная игра, где настолько убогая рыбная ловля, что аж просто какой-то пипец. Давайте подождем. Я особенно не заметил времени по поводу рыбы. Очень мало, много, может это баг какой-то. Вообще-то, где много рыбы, очень много, там должно быстро ловиться. Но в итоге по времени засекал, что тут, что там, примерно одинаковое время. Ну, разница секунд 30. Специально показываю рыбную ловлю, чтобы вы понимали, что это за тупой идиотизм. Кстати говоря, по поводу рыбной ловли. Рыбную ловлю хотели переделать, сделать ее более интересной и более простой. Но те, кто вкладывают в игру деньги, сообщество такое вот, сказало, нет, не надо, вот типа мы парились, теперь парьтесь вы. Я не знаю, что на этот вопрос сказать. Ответ. В принципе, рыбная ловля здесь тоже один из аспектов игры, который надо провести где-то, ну, часов 300. Но это единственный, один из аспектов игры, от которого меня тошнит. Я вот пробовал, я 4 часа всего занимался здесь рыбной ловлей. И могу сказать одно. Больше рыбу я в этой игре ловить не намерен. Хотя по многим заданиям надо поймать рыбу. А я не могу этого сделать, потому что это сделать просто невозможно. Банальный пример. Как ты видишь, здесь есть белая, зеленая, синяя и золотая рыбка. Когда появляется синяя и золотая рыбка, надо будет нажимать буковки. Я их не вижу. Не то, что я слепой, нет, просто их не видно. Сливаются буквы. Но мы пока ждем, пока рыба поймается. Я это объясняю. Честно говоря, это немного обидно. Это у меня птичка летает рядышком. Да, подожди, я специально этот момент оставлю. Вы можете промотать вперед, там доловлю рыбу. В принципе, не знаю, что еще сказать по этому поводу, так сказать, по этой ловле рыбы. Но она самая убогая, которая только есть. Вот, рыбка пошла. Не поймал. Как видишь, она очень быстро уходит. Ну что ж, еще раз давай пробуем, что я могу вам сказать.
А, тут надо приловчиться немного. Да, я согласен, но это тупо очень. Вот это вот прилавчивание, это просто какой-то абзац. А вот и наша новая рыбка. А, ладно, еще раз попробую. Дебильные занятия, сразу говорю. Вы что-нибудь видите? Я вот лично нет. Вот вам банальный пример самой убогой рыбалки, которая есть. И здесь рыбалка это важна. Она здесь нужна. Но ей здесь порыбачить невозможно. Но когда ее хотели, так сказать, оказывали, сделать удобнее, то те, кто в эту игру вкладывал деньги, завыли. Ой, нет, игроки, которые долго играют. Ой, не надо, что вы. Знаете, у меня так это на форуме бесило, да с такой степени, что даже зарегаться не мог им написать ответ. Вот это вот самая убогая вещь в этой игре, это рыбалка. Знаете, я это повторю, наверное, не один раз за обзор, но чтобы те, кто ее создал, чтобы у вас рыба так же ловилась. Я 7 лет, бляха, занимался рыбалкой. Я ездил каждые выходные, чтобы я вот такой идиотизм где-то видел. Рыбалка, она расслабляет. А здесь она меня бесит. Это единственная игра, где меня бесит эта долбанная рыбалка. Ну чё, как вам рыбалочка? Вот одна на ПК, другая на мобильную версию. Я не знаю, почему на ПК до сих пор ее не облегчат. Это сущий геморрой, это сущий кошмар, это идиотизм, которого я ни в одной игре не видел. Да, это я повторяться буду. Я в любой игре, где будет рыбалка, буду сравнивать с идиотизмом Black Desert, потому что это реальный идиотизм. Единственная противная вещь, где на версии мобильной мне противно этим заниматься. Ну, помимо готовки, она там не противная, довольно-таки слишком сложная. А во-вторых, телепорты, что в мобильной версии, что в версии на ПК. Мобильная версия есть, версии на ПК нету. То есть вам придется бегать. Ну, правда, при беге там вы прокачиваете некоторые скиллы. В принципе, это не так долго, конечно, происходит, но все равно могли бы сделать телепорт. Во-вторых, лагерь. Лагерь, к сожалению, на версии для ПК я вам показать не смогу, но, в принципе, я вам объясню, что это просто палаточка с кузницей и алхимическим столом, где вы будете рядышком там все делать. Так, такой небольшой палаточный лагерь. Здесь же, в мобильной версии, народ, лагерь. Это что-то с чем-то. Во-первых, я его получил на второй час игры. Полтора часа игры я поиграл, я получил уже свой лагерь. Вот мой лагерь, который я могу улучшать. Я могу делать работников здесь, нанимать. Я могу работников отправлять. Работники, кстати, разных квалификаций. И здесь не надо мне работников кормить пивом. Да, прикинь, здесь не надо работников кормить пивом. Круто? Круто. Кстати, наем подешевел-то, я смотрю. Забираем денежку. Прикольно. Во-вторых, если уж разбираться так по призам... Ну, по призам это немножечко тогда... Хорошо, по призам. Во-первых, по поводу сторожевых мест. У меня сторожевые места. Во-первых, есть сумочка. Вот она. Где у меня хранится довольно-таки много вещей, как видишь. Как это можно себе улучшить? Конечно, можно улучшить за донат, но вам предоставляется здесь возможность, как за вот эти обычные, вот как жемчуг, или не жемчуг, короче, за фиолетовые хрени, вот так вот буду называть, ее себе улучшить. Можете также улучшать за специальную валюту, чисто донаторскую. Вот она, донаторская валюта, это белый жемчуг. Вот, короче, такую. Как он, черный жемчуг вообще называется, ладно. Можно за черный жемчуг, можно за белый улучшать. Да, он дает преимущество, но некоторые вещи, которые у меня здесь куплены, я просто купил за серебро. Да, за игровую, просто обычную валюту, просто тупо за серебро. То есть весь вес дополнительный и размер инвентаря я купил себе. Просто тупо за игровую обычную валюту, за серебро. Да, народ, за серебро. Я не получил его в инвентарь. Я купил это за обычное серебро. А как нам увеличить размер инвентаря в версии на ПК? Ответ. Только за донат. Все, больше никак вы себе не увеличите размер инвентаря.
как и вес, вы можете это увеличить только за донат. Ну, вес еще можно увеличить там, насколько я понял, едой питаясь. То есть, в принципе, это не такая большая проблема здесь. Слишком много веса не занимает. Может бегать с неплохой перегрузкой. Но то, что здесь дается, в принципе, все чисто за донат, который равен 1 рублю. Ну, вначале мне еще ивенты и призы попадались в начале игры, которые позволили мне хотя бы до такой степени расширить инвентарь. И то сейчас у меня премиум данс, если того, что я вернулся в игру. А вот у меня вот эти вот примерно 12 ячеек, они даны на халяву. Так, без премиума, эти ячейки тут, их, они отсутствуют. То есть, еще меньше инвентарь. Его так увеличивать можно за донат. Без доната, то есть, здесь в эту игру, чтобы нормально поиграть, вообще ни разу не получится. Да, верно. Мобиль по версии на ПК, чтобы увеличить размер инвентаря, вам надо. Вот самое издевательство, наверное, над всеми. Вам необходимо либо выполнять задание, где он вообще-то в ограниченном размере дается веса, либо премиум все покупать, либо, блин, за деньги. А инвентаря там не хватает, потому что если вы начнете добывать ресурсы, они вам будут падать в инвентарь. А что же в мобильной версии, вы спрашиваете? А вот куда они падают? По умолчанию в отдельную графу с ресурсами. Почему не сделано это версия на ПК? Я вам скажу, потому что сообщество взбунтовалось, как так мы играли, терпели это все, которые деньги платят. А там, ой, конечно, да, тот же отстой. Что вот версия на ПК есть? Ну, смотрите сами, что за идиотизм-то приходится делать. Это еще надо между городами приходится бегать. Ну а народ с ресурсами в этой версии на ПК это так настолько интересно. Вы хоть представляете, что долбая один камушек? Один камушек, вы можете получить тонну ресурсов. При маленьком инвентаре это вообще очень веселое занятие. То есть вы можете получить, долбая камушек, ну какие ресурсы, я тебе сейчас скажу. Вот эти вот все камушки вы можете получить, плюс слитки различного рода. Уголь, да, можно тоже бывает найти. Различные камни. Короче, вы можете дофига найти, долбая один камень. У нас из-за того, что инвентарь маленький, у вас еще тут и кирки портятся, и сила кончается, и стамина. Вот вообще, короче, веселуха. Меня это просто убивает. Это хранится все у вас в инвентаре. В инвентаре. Почему не сделать так, как версии на мобильной? Почему? Я до сих пор этого понять не могу. Ах, ладно. Ну, конечно, отстойно это, но хотелось бы, чтобы поудобнее было. Ну вот как оно есть, так оно и есть. Я говорю, это одна и та же игра, но как будто с одной игры вырвали просто часть контента и перенесли на мобильник. Очень сильно мне это напоминает. Да, идиотизм прикольный довольно-таки. Ну вот какая еще есть разница между версией ПК и версией, так сказать, Mobile? Ну, во-первых, я уже говорил, намного больше призов, которые вам дают. Во-вторых, ну, автобой и автосбор. Ну, также еще... Во время того, когда идут техработы, вы можете поиграть в мини-игру, народ. Да. Это две одинаковые игры. В принципе. Точнее, это не две одинаковые игры. Единственный вывод, который я могу сделать, это как будто взяли одну игру и просто разделили ее на две. Потому что если вот эти две игры объединить, получилось бы первоклассный экран на ПК. Реально первоклассный, который бы народ залипал. Сбалансированная, умная, четкая, продуманная. А по поводу, вот, если будете писать почему-то не про развитие животных, не пишешь, ну, это уже гайд надо делать, народ, отдельно. Но вот, реально очень много вещей. Здесь мне нравится то, что добывается задание. То есть мне хотя бы вот задание мне прикалывается здесь выполнять. То есть довольно интересные вещи мне падают. Я которые могу продать, еще денежку заработать. Не кислую. Да, очень. Мне это нравится. Ладно, я на этом, в принципе, закончу такое вот сравнение. Это да, вот небольшое сравнение, потому что по всем аспектам игры пройтись, конечно, можно, но это будет часовое. Как правило, часовое такое никто смотреть не будет. Всем удачи, всем пока. В какую играть? Ну, если честно, я играю в две. Когда одна надоедает своим идиотизмом, тупизмом, пробежками и нехваткой инвентаря, я иду играть во вторую. Все гораздо проще.